Чтобы колеса были как можно прочнее, каждое колесо делается из цельного куска алюминия. Таким образом, ни одна из частей не сломается и не отвалится. Ферросплавная режущая пластина режет алюминий на 14-килограммовые заготовки. Каждая заготовка нужна для одного колеса, вместе с 20 заготовками, вырезанными из каждого куска. Заготовки 2 часа находятся в печи, пока не разогреются до 500 градусов Цельсия. Размягчает алюминий для ковки, но не плавит его. Ротационная ковальная машина берет мягкую заготовку, вдавливает ее в тонкий диск при силе в 4000 тонн. Жар печи вместе с невероятным давлением не только меняет форму алюминия, но и изменяет расположение молекул в прочный круг. Это новое образование молекул придает колесу прочность и долгосрочность. Когда диск охлаждается до комнатной температуры, он попадает в охлаждающую машину. Диск расположен на сердечнике. Эти гигантские ролики опускаются и в дьявольской гончарной мастерской ролики придают алюминию форму колеса. Охлаждающая жидкость сокращает трение. Но этого процесса не видно. Мы попросили их запустить машину без жидкости на минуту, чтобы мы могли видеть, как она формирует и растягивает металл. Алюминий превращается из плоского диска в колесо высотой до 40 сантиметров. Все за 45 секунд. На стойке колеса поднимаются к печи, которая разогревает их до 530 градусов. И снова алюминий не плавится. Он только нагревается или закаляется, становится ровным, и молекулярная структура укрепляется дальше. Емкость с холодной водой закатывается на место под печью, чтобы сразу же остужать колеса, когда они появляются. Это буквально замораживает новое образование молекул на месте, укрепляя их. Лезвие, управляемое компьютером, вырезает различные контуры колес. Маленькая дробилка вырезает дизайн спиц. Частично это стиль, частично функциональность. В дополнение к тому, что колеса приобретают спортивный вид, открытое пространство помогает циркуляции воздуха и остужает тормоза. Дробилка вырезает больше материала, чтобы создать отверстие для болтов, которые крепят колесо к оси. Готовое колесо внимательно осматривают, чтобы убедиться, что оно идеально круглое. Датчик измеряется различных углов. Если колесо не будет идеальным, в некоторых местах шина будет быстрее изнашиваться, создавая опасные ситуации. Если колесо проходит тест, буферы полируют алюминий до блеска, и новые колеса готовы к использованию.